Новогодняя ель в областном парламенте украшена открытками более 200 ребят из города Снежное Донецкой Народной Республики. Подарить детям радость и веру в новогодние чудеса решили парламентарии Самарской губернской думы. Они – постоянные участники новогоднего марафона «Елка желаний». Конечно, они достойны этого всего, и подарков, и нашего внимания. И внимание – это иногда это даже не подарки, но оно очень дорого для детей. Для каждого из нас большое просто счастье делать детям подарки. Особенно, когда это вдвойне приятно, когда это к Новому году, и вдвойне приятно, когда это дети уже из ставшего родным нам город Снежного. Они до сих пор верят все-таки в чудеса, и мы с вами выполним роль Деда Мороза и Снегурочки, и вот этот праздник им подарим. Все-таки дети верят. Верят в другой мир, взрослый мир, мир щедрых, добрых людей, где они могут найти защиту и заботу. Депутаты уже покупают подарки, все они в ближайшее время будут доставлены в Снежное, чтобы новогодняя сказка пришла в каждый дом, где есть дети. Елена Чернявская, Григорий Плешаков. События.